пошли дальше. Короче, вот здесь ламповый монитор. Туда только что утянуло ученого и выбросило назад его куски его мяса. Прекрасно. О, таблица. The table. А, это не таблица Менделеева. Почему эти надписи мутные? Зря они так сделали. Могли бы сделать яснее. Так, ну эти чавкающие звуки. Ух ты. Ух ты. А, ну они сверху выпадают. Подожди. И что туда не просвечивается. И опять что, я вернулся. Да, сейчас мы с этим разберемся. Подожди. Да подождите. Охренеть просто. Да немножко потише сделаем. Охренеть. Так, ну. Ну типа мы продвинулись. О. Ясно, ясно, ясно. Я не лезу. Спасибо. Так, это все. А это что не подбирается? Ну что, давай этого самого, эту присоску убьем. 4 патрона, каждый раз на нее надо тратить. Я послушал секретный радиопереговор. Молодец, что подслушал. Сомневаюсь, что мы останемся в живых после их так называемой спасательной миссии. А, ну да, 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 это он уже просто предрекает. А, вот. А, все, 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 я вспомнил. Так, эту я забил. Так, и этих хедкабов еще нужно забить. Все. Ну, конечно, пушка я мог. Так, конечно, как говорили наши студентки в консерватории, сиськами на амбразуру не лезть. Ну уж ладно, как сделано, так сделано. Еще у меня эти хэдкрабы тут одновременно с этим тренировали. Так, ему надо в башку стрелять. Все. А вот здесь что? Подожди. А здесь, наверное, этот взорваться может, я так предполагаю. Попробуем. Нет? Ну, давай. Ну, вот, я же сказал. Ой, здравствуй, дорогой друг. Так, теперь... Еще один. Вот он, вот он. Подожди, подожди. Аккуратно. Сейчас в него осталось всадить 2 пули. Ну, отлично. Здесь ничего нет. А вы из лаборатории? Это хорошо. И вот здесь мы сейчас смотрим. Как бы мне с ним справиться-то? Ну, по идее, можно эту пушку... Все, что ли? А где эти, где хэдкрабы? Подкачиваемся. Система локализации аварии окончательно. Да, 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 он мне уже сказал, тут уже звучат во всю пророчество, что вон они ползут, ползут, ползут. Хорошо, вот еще один. Так я не научился их отбивать без ущерба. А, вон он идет. Да, 3 раз ему хватило. Ну, идем дальше. По крайней мере, продвинулись. Тихо, 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 друг. Блин, сучара. Так, этого забили. Так, этот сдриснул. Сейчас мы его догоним. Отлично. Ну что,
Смело двигаемся дальше. Эй, мистер Фриман. Да, я слушаю тебя. И вы что там делаете? Отойдите, скоро должна приехать спасательная бригада. Да. Чур меня от этой спасательной бригады. Да, расслабиться не дает игра.